По поручению мэра Магадана на проезжей части, прилегающей к парку «Маяк», установили два лежачих полицейских, информирующие знаки, и нанесли разметку. Ранее Юрий Гришан официально заявил средствам массовой информации о том, что городские власти примут меры для безопасности гостей парка, так как здесь ежедневно собираются сотни взрослых и детей. Сегодня горсвет выполнил задачу. Людей было много. Машин тоже летает много, без соблюдения скоростного режима. Это может вызвать определенные проблемы. Поэтому будем работать с тем, чтобы создать благоприятные условия и для пешеходов, и для водителей. Напомним, Магаданский парк «Маяк» разместился на площади почти 2 гектара на побережье бухты Нагаева в районе улицы Приморской. Пространство поделено на 3 зоны – пляжную, детскую и прогулочную. Этим летом стартовал второй этап строительства объекта.